Тем временем в Сирии продолжается война, как физическая, так и информационная. В то время как российские воздушно-космические войска рапортуют об успешных боевых вылетах, представители сирийской оппозиции сообщили американскому изданию Wall Street Journal о том, что боевики террористической организации «Исламское государство» перешли в решительное наступление под Алеппо. Этот второй по величине город страны стал главным полем боя. По последним данным, «Исламскому государству» удалось пресечь линии снабжения правительственных войск продовольствием и боеприпасами. В нашей студии находится политический обозреватель RTVI Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Можно ли сейчас понять, что в действительности происходит? Здравствуйте, Валерий. У нас нет таких средств, как, например, у исследовательской группы Bellingcat, которая обрабатывает информацию из тысяч источников и может заявить, как накануне, кого именно бомбят в Сирии российские воздушно-космические войска. Нас также не приглашают на брифинги крупнейших разведслужб планеты. Мы работаем с информацией, которая находится в открытом доступе. И вот интересно наблюдать, как эта информация выглядит. Российское информационное агентство РИА Новости, согласно которому сирийская армия наступает под Алеппо, начало употреблять слово «ополченцы». Оно пользовалось большим успехом в российских СМИ, когда речь шла не о Дамаске, а о Донецке. В сегодняшних новостях фигурировал отряд ополчения «Ястребы пустыни», все действия которого полностью координируются сирийской армией. По данным агентства, в отряде 5000 человек – это сирийцы из всех провинций, всех конфессий. То есть некое идеальное лицо новой Сирии, которое сможет, видимо, со временем принять власть из слабеющих рук Асада, кто знает. Думается, что на наших глазах возникает такая же медийная легенда, как «умеренная сирийская оппозиция». Это уже термин западных информагентств. Понятное дело, что в вооруженной оппозиции трудно быть умеренной. Тем не менее, если связать всю информацию воедино, получается, что исламское государство все-таки добилось на данный момент преимущества в районе Алеппо, несмотря на то, что там ему сопротивляются могучие силы, правительственная армия Асада вместе с иранскими военнослужащими и бойцами террористической группировки «Хизбалла», причем при активной поддержке российской авиации. Ситуация, разумеется, в любой момент может измениться, до конца войны далеко. И еще об информационных перекосах. В Дамаске сейчас находится делегация французских законодателей правого толка во главе с членом парламента Жаном Фредериком Пуассоном. При этом официальный Париж их не делегировал. Франция закрыла свое посольство в Сирии еще в 2012 году и больше к Асаду не ездит. Члены нашей делегации возмущены внешней политикой французского правительства. Во время моих предыдущих визитов все, с кем я общался, выражали сожаление в связи с тем, что Франция потеряла свое влияние в регионе. По удивительному совпадению, французские делегаты, как и их российские коллеги, верят, что только совместно с Башаром Асадом можно разрешить войну в Сирии. И есть еще любопытнейшая иранская сторона, которая по-прежнему отрицает свое физическое участие в конфликте. Однако, опять-таки, подытоживая всю информацию, становится очевидно, что она участвует именно на земле и ногами. Напомню, в октябре Иран объявил о гибели в Сирии 4 офицеров из корпуса «Стражи Исламской революции». Официальный Тегеран продолжает утверждать, что они были военными советниками правительственной армии Асада. Кстати, сегодня состоялись похороны 2 иранских генералов, погибших в Сирии. И параллельно Иран готовится к участию в переговорах по Сирии, которые начнутся завтра в Вене. Но самое интересное намечено на пятницу 30 октября. В Вене встретятся представители Саудовской Аравии, Турции, США, России и вот теперь еще и Ирана. Будем надеяться, что столь представительная встреча расставит все точки над «и». Пока, учитывая разные интересы всех перечисленных сторон в этом конфликте, выигрывает исламское государство. Валерий. Спасибо, Мария. Мария Гордон о ситуации в Сирии.